вот, друзья, наш номер. Приехали, разложились, сходили на процедуры в бассейн. И покажу вам, какой номер в санатории Боровое. Столик, чашки, блюдечки, стаканчики, минеральная вода Боровая, шкаф, личная двухспальная кровать, телевизор можно повернуть и лежать, смотреть на кровати. А можно сесть и смотреть с диванчика. Здесь у нас находится чайник и холодильник. Номер взяли без балкона, но можно брать и с балконом. Вот это, скорее всего, скважины. Скважины с минеральной водой. Очень хороший интерьер в комнате. И очень порадовало, что есть кондиционер. На улице сегодня 30 градусов. С кондиционером просто шикарно. До этого были в санаториях, а вот, конечно, кондиционеров сильно не хватало. Смотрите, полотенечки, и везде написано «Санаторий Боровое». Подушках, наволочках надпись «Санаторий Боровое». Ночнички, такие вот тумбочки. И здесь шкаф. Для двух человек вполне достаточно. Номер понравился, номером довольны. Приехали, все было чистенько, хорошо убрано. Везде ковролин лежит. Здесь находится санузел. Все чистенько, аккуратненько. Туалетное мыло, гель для душа, шампунь, кондиционер. И душевая кабинка. Очень удобно сделано, что нету никаких корыт, подставок. Достойно. И везде, друзья, на каждом углу висят часы, как у нас в комнате, санаторий Боровое. Ну, такой вот номер. В корпусе номер 2 санатория Боровое. Мы номером довольны.